50. Но так стреляли далеко не все. Продюсер «Вести Иркутск» Татьяна Берденникова поразила и цель, и судьи в самое сердце буквально. У нее 45 из 50 возможных. Я так и думала, что результат будет хороший, потому что у меня хорошие гены. Отдельное спасибо папе за них. Он у меня охотник. Независимо от результата, всем девушкам подарки. Ведь хоть это было и соревнование, но накануне праздника. Поэтому после запаха пороха в тире распространился аромат весенних цветов. Екатерина Побукова, Александр Мокин, «Вести Иркутск». Самый главный матч сезона. Так с иронией в интернете назвали встречу в Обухово. На местном стадионе «Водник» играл с «Байкал-энергией». Это была переигровка. В этот раз, кроме отсутствия видеотрансляции, скандалов не случилось. Счет 4-3 в нашу пользу. На этом все. До встречи. Здравствуйте, дорогие друзья! Ты знаешь, Максим, я как-то на этой сцене немножко чувствую себя, ну, непрофессионально, потому что все-таки я заканчивал консерваторию, а не учился на ведущего фестиваля юмора. В общем, на юмориста ты не учился. Ну, я тоже, послушай, я учился в университете на лингвиста, и никто меня...